Кто еще? Где? В смысле? В смысле? Всем привет! Рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа. Мы сегодня с вами играем снова в Близнецов. И сегодня у нас с вами мод. Мод, в который мы играли с вами в прошлый раз. Но сегодня мы будем играть с гостями, потому что в прошлый раз мы играли без них. И там были два близнеца очень интересных. Такие в стиле рок-н-ролл, ака-мотоциклист, байкер. Вот это вот все. И мне интересно, дед с бабкой будут ли как-то обделаны вот этим всем? Или же все-таки они останутся без изменений? Поэтому подписывайтесь на каналчик, поддерживайте видео лайком. Не забывай подписываться на телеграм-канал Тилька Плей. Там все актуальные новости по поводу канала, моей жизни и не только. Ну а мы с вами соглашаемся на этот увлекательный контракт. Ставим галочку with guest и начинаем играть. Да знаю я, что надо воровать. Не учи вора воровать. Я мистер воровайчик. Очень интересно, очень волнительно, реально. Вот будет ли бабка с дедом, выглядит там именно вот также. Итак, поехали. Берем кочергу, открываем дверку, кукусики. Не прошла, сейчас, подожди. Кукусики, где мои мягкие трусики, кукусики? А как я там аккуратно слазила? Вот так вот, да, по-моему? Опа. Ну, пока что все, в принципе, безобидно, да, мои хорошие? Ку-ку. А что-то никого нету. Еба! Ты видал? Нихера! Нет! Ты видал? Бабка! Нихера себе! Так она это, матуха, братуха, в рот беруха. Видал какая? Вообще, вот это баба огонь. О, вот это мне нравится, кстати. Вот это мне как бы одновременно нравится, но одновременно не нравится. Знаешь, не нравится потому, что я вот эту дверь, я, наверное, ее не смогу открыть. Понимаешь? А там, наверное, наверху дед и этот хер. Я понял. Короче, сюда лучше не суваться. Дед какой-то... Привет! Ой-ой-ой, ма-та-та-та-та-ти-та. Ля, волосы черные, очечи. Какая-то косушка с черепушкой. Ля, сексуальная матушка. Ну-ка, опа, хорошо, вот сюда пойдем с тобой. Ладно, ничего, мы сейчас с тобой разберемся. Так, откройте нам, пожалуйста, двери. Спасибо, спасибо. Ключ. Ключик сильный и могучий. А что, меня видят, нет? В смысле, нет! Отстань, пожалуйста, уходи! Надо, пожалуйста, оставь меня в покое. Грязный человечишка. Тебе показалось. Я сейчас припудрюсь, а то я ж заблестела. Ёптить-моптить. Можно выйти? Охренеть, ребят. Ну, чудом каким-то я прошла, если честно. Да блин, отстань от меня. Ку-ку. Да отстань от меня. Быстрее, быстрее. Ребята, это смешно. Оп. Вот это прикол. Я опять просрала все, что у меня было. Блин, ну это неинтересно. Они меня прям это доминируют здесь на пару. Что это писюша, что вторая ее писюша? Да блин! Да уйди ты в жопу! Слышь, дорогой, пупсик мой, жлюпсик, штупсик, писюпчик, маленький, этот, хрен, очко. Иди в жопу. Да и ты-то куда? Все, я в домике, и не волнует, понятно? Все, до свидания, северные гуси. Пишите письма, я пошел.
Не, ну это капец, это капец. Я в ахере, ребят. Так а чё моя крошка-капитошка здесь стоит? Я знаю, что хочу сделать? Я хочу сделать вот так. Чтобы они туда пошли, кого-то там разорвало, и мы с тобой дальше пошли. Но, блин, видишь, в чем проблема? Там сейчас дед будет с бабкой вот этой вот вонючкой. Поэтому это меня несколько напрягает. О, хорошо. Гренни! Ля! Гренни отошла, прикинь. Ладно, ребят, пошли. Как говорится, перед смертью не надышишься, да? Нам главное эту дверь сейчас открыть, чтобы дед начал ходить с этим хером. Вот это можно вот сюда пока что скинуть. Пусть идут туда. О. О. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, вдвоем ушли, а. Вот это повезло. Так, ручку забираем. Я бы даже сказала, конфискуем ручку. Закрываем двери. Там кто-то какает. Ребята, они какают. Мне надо кого-то здесь подорвать. Кто-то должен здесь у меня взлететь. Давайте, пацаны, заходи. Отлично. Отлично. Шедеврально просто. Как хорошо, что минус один. А сюда все, да, теперь идут? Вся семья. Спасибо. Мне этого так не хватало. Твоих красивых фиолетовых ботильончиков. Ты ж моя сладкая булочка с корицей. Блин, ну бабка смешная, согласись. Ты видал, какая она странная? Очень странная. Но мне она прям нравится. Она прям такая, реально. Братуха, матуха, я твоя мать, япона-мать. Так. Мне кажется, что-то испортила. Ого! Ого! Ничего себе, дед-то тоже принарядился. Ты видал, какой модный парень? А можно выйти? Давайте идти за дедом. Я не думаю, что он резко что-то там поменяет. Они ж меня так далеко не увидят. Я надеюсь, что нет. Еще и бабка хихикает. Страшно. И бабка тут была. Капкан поставила. Вот овца. Так, там кто-то какашку откладывает. Я прям слышу, как кто-то тужится. Ладно, ребят, пойдемте. Если что, делаем ретрит тактичный. Я понял. Я теперь отсюда не выйду. О! О! Смотри, как встал рачком-бачком. А бабка сейчас придет, да? Может, бабка не надо? Смотри, как бачком-рачком стоит. Хорош. Красивый такой. Ой, брат, ты прям шумишь. О! О! 4-3-31. 43-31, 43-31, 43-31, 43-31, 43-31, 43-31. А у меня есть пароль. 43-31, 43-31. Я у мамы такой один. Сейчас запишем этот пароль. 43. Ключ. Серьезно? И вот ради вот этого я тут это самое, да? Я вас понял. Ребят, я пошел, хорошо? Ну вставай! Господи! Ну каким же надо быть... А я в домике, а все, тут никого нет. Тебе показалось, этого не было. Все, а все, раньше надо было. Надо было раньше на меня смотреть, а все. Хе-хе-хе-хе-хе, смешно тебе, да? Сейчас как сломаю тебе твою хихикалку, будешь знать. Понял? Вот так вот. Вот так вот. Сейчас у меня появится пистолет, я вам
Покажу, что такое иметь пистолетные патроны, понятно? Сейчас я вам продемонстрирую, кто я вообще такая, и с чем меня едят, и какая вообще крутая, очумелая, крутая, веселая девушка. Опа, пароль. Две снизу, точка сверху. Две снизу, точка сверху. Блин, а как же мне теперь отсюда выйти-то? У меня проблемы. Так, ну, давайте не будем испытывать судьбу. Пойдем вот заниматься... Ага! Бежим. Просто бежим, очко жим-жим. Собака. Отстань! Отстань! Да боже мой! Это просто, это что? А ну-ка, пацаны. Ну-ка, соберитесь-ка тут все в пляску. Все собрались здесь. Соси письку, понял? Ля красотка вообще, ты видал? Это я! Это все еще была я, ты видал, какая тактичная женщина я? Потому что нехер меня бесить. Блин, ну пистолет, конечно, было бы вот это вот прям шедеврально взять, но что-то мне подсказывает, что лучше так не шутить и не шалить. Пацаны, а вам на них насрать? Надеюсь, что да. Так, здесь ничего нету. Ищем, ищем, ищем. О! Попей чаю, я кончаю, ей-богу. Серьезно? Где? Кто? О! Привет, малыш. Пойдем. Пойдем с доброй тетей. Добрая тетя даст тебе вкусный кофе. О! Маска! Я Слендерина! Я и забыла! Я Слендерина! Я Слендерина! Я забыла! Я забыла! Ты прикинь, я... Ребята, я реально забыла, что тут же есть маска Слендерины, когда ты играешь с гостями. Ё-моё! Это ж вообще все меняет. Охренеть! Я теперь буду жить. Пожить, пожить. Мы теперь сможем посмотреть хоть на бабку нормально с дедом. А то мы вот это вот бегаем, вообще непонятно, что делать. Давайте, значит, две сверху, одна снизу, да, по-моему, было? Нет? Ой, я ж помню. А ну-ка, дайте на бабку посмотрю. Бабка! Бабуль! Бабулик! Бабулик, ты где? Бабуля! Дай на тебя посмотрю хоть, красотка моя. Ах ты ж собака. Ах ты ж псина. Сутулая. А как же мне это сделать-то? Давайте кто-нибудь сюда пойдет. Мне просто надо, чтобы кто-то разорядил этот капкан. Пацаны, ваш выход. Давайте, я смотрю сквозь маску. Я вижу все. Бабуля, привет, бабушка, бабушка, красотка, смотри какая, ё-моё, вот это детка моя конфетка, вот это сексуашка, бояшка, да не видишь ты меня, ой, все, минус, минус, она его еще и запинала, ты видал, такая, да похер, ну, как говорится, я не могу пройти, слишком глубоко его запихали. А что у нас там? Угу. Там, в принципе, штука, от которой немало там что-то... У деда какая-то прическа такая... Странная. Мне она не очень нравится. Чё-то как-то я не понял прикола этой прически. Какая-то она такая. Из запрещенных причесок. Всё. А револьвер есть.
Готовьтесь, пацаны. Сейчас будем... А, подожди, нет, мне эта шестеренка нужна. Нужна. По одной такой простой причине, то что мне нужно сделать вот так. Там что-то выстрелило. Там что-то упало. Какое безобразие, а? Представляешь, столько всего произошло. Что-то упало. Что-то пропало. Бабушка, привет. А не заметила. Лошара! А я-то была умная. Вот так вот. Видал, как я ими кручу-верчу, запутать хочу? Уж не надо со мной связываться, я женщина такая. Агрессивно настроенная. Ну-ка, запускайте кракена. Оп, спасибо. О, молоточек, вот. Я же помню, что мы молоточком доставали. Я же помню. Но видишь, оказывается, можно и ломиком достать. Просто в тот раз я почему-то его не нашла. Ну, работаем. Что могу сказать? А здесь же я все проверяла, да? Угу. О, нормально проверяла, да? Не заметила ключ. Кто? Кто? Где? Покажись. Кто еще? Где? В смысле? В смысле? Ты дурак? Бабка, не надо. Я Слендерина. Я твоя унучка. Унученька. Я унученька. Смотри, какая я унученька. Хорошая такая унучечка. Ой. Ой, дед вот меня может заподозрить. А где все эти самые? Были же где-то. А где она? Оля Колбаскова, деловые пошли. Видал? О, деловые. Значится. Хи-хи-хи. Ну все. У меня есть первый из этих. Из того, что мне нужно. Первый ингредиент. Сейчас достанем остальные ингредиенты. Сейчас я вот это вот выкину здесь. Ой, кто-то там опять минуснулся. Ля, как удобно, что они сами друг дружку, да? Выетывают там потихонечку. А я тихонечко-тихонечко занимаюсь своими делами. Лежит парнишка, никому не мешает. Про него уже даже все забыли. Опа. Все, пойдемте. Ну что? Тихо, где? 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 А где дед? Спасибо. А шо я буду? Это самое, ага. Пойдемте сейчас тогда откроем проход наверх.
Можно попробовать сбежать через крышу, ну так, для разнообразия чисто. Ну а чё мы будем, типа, одним и тем же способом сбегать? Хочется разнообразия, конечно же, поэтому давайте поразнообразничаем тут. А ключ мы с вами где-то видели или не видели? Так, я слендерина. Где вход-то, господи? Как это работает-то? Сейчас найдем ключик тогда. Принесем сюда. Есть вот зеленый, но зеленый я не хочу. Укусики. Побежали там все на суете, ты видал? Ой, какие суетологи. Ладно. Полезли тогда, откупорим эту Монолизу. Так уж и быть. Поможем ей познать настоящего мужчину, который ее откупорит. Главное здесь самой не откупориться. Оп. Не знаю, очень сложно здесь прыгать. Ага. О. Раз, два, три, четыре. Все, тихонечко спускаемся. Чем не отвертка, я не знаю. Но пусть будет. О, ключ нашла голубой. Отлично. Он-то мне как раз и нужен был. Сейчас еще заберем тогда с вами пистолет. А где я его бросила? Кто помнит, где я бросила пистолет? Эй, стой. Вот же он. Ах ты ж лобливый ключик. От меня пытался спрятаться пистолет. Наверное, я его оставила где-то на втором этаже, этот пистолет несчастный. Пистолетик! Где-нибудь здесь, наверное. А я что-то не помню. Ладно, я оставила пистолетик. Там кто-то покакать пошел. А, ребят, я ничего не знаю, я пошел. Развернулся и ушел. Они там всей семьей, что ли? Блин, а куда я дела пистолет? Ребят, я тупой. Ой, ладно, давайте тогда без пистолета пойдем. Потому что, ну, вот это еще сейчас пистолет этот сраный искать. Ну, в жопу, короче. Я сейчас просто сыграю немножечко в другую игру. Просто возьму эту шестеренку и полезем к жуку к этому. Маска очень мешает. Прям максимально мешает. Но зато нас в ней не видит. Хорошая маскировка. Забираем. Пустите. Выпускайте Кракена. Блин, бы пистолет бы найти бы. Где я его бросила? Ладно, ребят, поехали. Авось мне повезет, и удача будет на моей стороне, и я не расшибусь. Если расшибусь, придется искать, конечно же, пистолет. И вот это вот все. Япон фартовая. Мне надо назад. Я просрала эту шестерню вонючую. Не, ну в теории вон она. Давайте я ее заберу. Не все так страшно, как могло бы быть на самом деле. Извини, жучиня, извини, все. Что-то пошло не так. Тихо. Нормально. Я все сделаю. Я уже 100 раз так делала. Все будет нормально. Не ссы. Ага. Ух, у меня аж все напряглось. Здрасте. Назад! Глупая. Да блин! Вот, все. Не трогай. Это что такое? Я...
туда. В смысле? Алло? Колокольчики звенят. Куда я дела пистолет? Пистолет. Где пистолет мой? Пистолет. Надо бы похилиться, короче, хилку надо сделать, потому что, блин, мы на один раз с вами такие. Ну, быстрей! Ну, спасибо, иди теперь отсюда. Пошел, байкер недоделанный. Байкер, байкер, байкер! Уходи! Кашлянотик. Еще на меня и накашлял тут. Ну, ёпты мать. Ну, что это такое? Так, все, ищем пистолет. Надо, короче, этого жука просто из пистолета разэтовать и все. Я просто не помню, где его бросила, понимаешь? Может быть, где-то тут? Да, вот он. А сколько в нем пистолетных патронов? Револьверных, вернее. Надо сейчас его зарядить, да? Так, ребят, ну смотрите, короче, какая тема. Пошлите, ладно, рискнем, потому что, ну, если я сейчас еще пойду вот это вот сейчас доставать вот эту вот херню лечебную, то это вообще будет ГГВП. Давайте пока не будем торопиться. Просто пойдем сейчас жучине покажем, что такое пучине, мать его. Отомстим, как говорится, за нашу тупую смерть. Какая темнота там. Ну, вперед. Жучиня! Жучиня! Понял? Сучка. С кем ты имел дело, а? Писекрутка. Я тебе вот сейчас еще не хватало мне тут от писекрутки от этой отхватить. На, я на одну тычку тут, ты че? Нам надо уходить отсюда. У меня, получается, есть все, чтобы сбежать. Вот, но я бы, конечно, сейчас немножечко перестраховалась. Так, все, поехали. Страшно. Не торопимся, не надо торопиться. Как говорилось в народной мудрой поговорке, поспешишь, людей насмешишь. Поэтому не смешим людей и не спешим. А то что это они будут из-за нас животики свои надрывать? Не-не-не, это мы должны надрывать свои животики за них. Фух, живем. Смотри, значит, что сейчас, достаем тогда монетку, шумим, всех пристреливаем и бежим отсюда. Ну что, иди сюда. Следующий. Следующий. Я забываю, что каждый раз, когда мы умираем, дверь-то остается закрытой. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Это все очень плохо. Ну ладно, авось повезет. Пойдемте, ребят, что делать? Если что, у меня два выстрела есть. Что-то я как-то, знаете, не горю энтузиазмом. У меня прям такое плохое предчувствие, что сейчас кончится вот это все. Короче, ребят, работаем. Может быть, мне повезет. Ну, я пыталась. Считайте, я сбежала. Я просто хотела сбежать через чердак для разнообразия, но что-то пошло не так. Короче, дед не с той стороны был. Но зато мы с вами увидели бабку и деда в образе байкера. Такое нечасто увидишь, поэтому пишите, как вам этот мод. Подписывайтесь на каналчик, поддерживайте лайком. И мы с вами уже очень скоро увидим. А я пошел на шашлычок. Хе-хе-хе-хе. Пока.